Первым о том, что Марию Матузну и ее коллегу по несчастью Андрея Шашерина удалили из базы Росфинмониторинга, сообщил один из активистов Иван Шукшин. В соцсети он разместил снимок в соответствующей странице сайта. Как пояснил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чеков, удаление из списка означает, что уголовные дела по статье 282 в отношении этих лиц прекращены. Мария Матузная призналась, встретила новость со смешанными чувствами. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети. Первые полдня я ходила, улыбалась и светилась, а потом так погрустнела. Я вспомнила все с самого начала. Я даже сейчас пишу это сквозь слезы. И пишу это не для того, чтобы меня жалели. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что нельзя так с людьми. Нельзя. Планирует ли она теперь возвращаться на родину, Мария пока не сообщает. Напомним, осенью этого года, опасаясь уголовного преследования, девушка тайно выехала за рубеж. Предположительно, сейчас Матузная находится в одной из европейских стран. Отметим, что в списке потенциальных террористов по-прежнему остается еще один барнаулец, фигурант громких дел за картинки в интернете Даниил Маркин. Он уверен, удаление из списка – прямое следствие недавно принятых поправок о частичной декриминализации 282 статьи. И надеется, что будет следующим претендентом на выбывание. У меня по-прежнему записано заседание на 21 число этого месяца. Ожидания на самом деле позитивные. Даже есть возможность на подачу реабилитации. И, конечно, надеюсь, что дело вскоре прекратится. Вероятнее всего, даже 21 числа. Изменения пока никак не коснулись и другого обвиняемого в экстремизме жителя края Антона Ангела. Как он рассказал нашим новостям, в конце года в прекращении уголовного дела ему отказали. Ангел по-прежнему остается под следствием. Илья Кочетков, наши новости.